Александру Сергеевичу 222. Традиционно широко день рождения Пушкина отметят в Одинцовском округе, ведь именно тут прошло детство великого поэта и писателя. 5 июня жители и гости муниципалитета ждут в усадьбе большие веземы. Организаторы не устают удивлять ценителей творчества гения и каждый год придумывают оригинальную программу. Здесь будет и спектакль «На воде», будет «Онегин блюз», это с известными музыкантами, Игорем Бутманом, Игорь Скляр приедет. Здесь будут спектакли детские и для взрослых, и всевозможные перформансы. Сеансы неспешного чтения, литературная импровизация, театральное шествие, фотоквест, пленэр и, конечно, спектакли. Организаторы обещают, здесь скучно никому не будет. В финале первого дня Пушкинского фестиваля ироническая драма по мотивам романа именинника. С 20 до 21 часа «Онегин блюз» – это будет ироническая драма по мотивам романа Александра Сергеевича Пушкина с участием известных артистов, в том числе Игоря Скляра. А 6 июня праздничные мероприятия пройдут в усадьбе Захарова. Там гостей ждет традиционная программа. Она начнется в 10 часов на Большой Поляне с выступления народных и хоровых коллективов, игр пушкинского времени, экскурсии и выставки работ художников и мастеров прикладного искусства. В Захарове 6 числа мы всех ждем на наш традиционный 45-й пушкинский праздник поэзии. Там, конечно, будут и писатели, и поэты, и выступления народных коллективов, и очень известные люди приедут. Огромное количество людей по традиции. Ну и, конечно, всевозможная торговля. Можно перекусить, там отдохнуть, погулять. Добраться до места проведения праздника удобнее всего будет на общественном транспорте. Мы всех жителей приглашаем электричкой к нам приехать, потому что в связи с строительством ЦКАДа это более удобный транспорт. Мы организовали бесплатную доставку с Голицына до Поляны. Также можно с Белорусского вокзала добраться до непосредственно пункта назначения Захарова и там буквально пройти буквально в пешей доступности. Путь от платформы до Большой Поляны в Захарово займет менее 10 минут. Вход на Пушкинский фестиваль свободный. Единственное условие – соблюдение мер эпидбезопасности. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».